Всем здравствуйте, добрый вечер. Сегодня четвертый день нашего карантина, и мне пришло письмо. Письмо с карточкой Freenet Fun. Интернет-карточка, которую я говорил, что я хотел заказать. Вот оно пришло. На вот этот адрес, это адрес как раз нашего отеля. Заказал его 2 дня назад, и вот оно наконец пришло. Прежде чем я его заказал и как я это сделал. Получается, я скачал данное приложение. Вот, и здесь все пошагово, как бы, что не понимал, пользовался переводчиком. Скачал и заказал карточку. Сейчас попробую открыть, ее активировать. Что из этого получится, будем смотреть вместе. Что-то я тут уже лишнего оторвал. Все, вот пустой конверт. Вот что в нем. Вот что в нем лежит. А, ну, здесь письмо. Сейчас мы его переведем, прочитаем, что там написано. Конечно, так прям сходу я не смогу, наверное. Но сейчас попробуем. Что в этом конверте? Давайте посмотрим. Ого, прикольно, смотрите. Вот такая карточка. Довольно интересно. Письмо я перевел. Вкратце там говорится, что вскройте конверт, возьмите сим-карту, сосканируйте штрих-код на карте. Это здесь. А вот этот штрих-код нужно будет сосканировать, выбрать тариф. Потом дальше оплатить по PayPal. Сейчас буду это пробовать делать. Вам это все запишу, конечно. Вот, все. Я готов. Заранее приготовил эту штучку. Телефон, в который я буду вставлять. В роли оператора у меня сегодня моя дочь София. Вытаскиваю мою казахстанскую сим-карту. Так, ну и вытаскиваем это. Ровненько держи, Софа. Так. Вставляем. Так, сим-карту вставили. Теперь давай снимай телефон. Пока меня можешь снимать. Сим-карта заблокирована. Здесь должен быть какой-то пароль. Нужно подключиться к сети Wi-Fi, сосканировать. Пока отмену сделаем. Сосканируем. Сюда. Все, снимай. Так. Код скан. Разрешить. Все, сосканировали. Выбрали Unlimited. Теперь оплачиваем через PayPal. Теперь оператор Мариана. Так, ну, мы выбираем наши данные. Что он тут? Выход. Светофоры. Аус. Да, наверное, что такое аус.
Ну, нажми паузу, сейчас мы переставим, пароль получим. Все, было необходимо оплатить по этому, блин, как оно? PayPal, да. И вроде бы вот он все написал, что сим-карта активирована. Теперь мы ее вставляем. Так, где у нас здесь? Ерунда. Как обычно, не поваляешь, не поешь. Ну да ладно. Так, все вставили. Ну, как бы все, да, проблема была в том, что надо было, оказывается, ввести просто пин-код продукта. Пин-код на карте. Все, LTE мы видим. Не знаю, там видно. LTE работает. Интернет, я не знаю, там смотрел, когда. Вот LTE. Вот мы проверяем скорость интернета. Я искал просто, когда бой, он, оказывается, завтра. Вот, в принципе, все достаточно быстро работает. Ну, например, там, что мы, mail.ru можем набрать. Очень быстро все просто летает. Все офигенно. Сейчас расскажу поподробней, схожу на ужин, потом вам расскажу поподробней, как скачать приложение и так далее. Так, в общем-то, сходили мы на ужин, поужинали, все нормально, вкусно было. Что касается FreeNetFun интернета, как скачать? Прежде чем его скачать, по приезду в Германию вы должны поменять региональные настройки своего Apple ID, если у вас Apple телефоны, айфоны. Если Android, извиняюсь, я не знаю, как это делается. Вот. Прежде чем поменять Apple ID, не надо создавать новые и так далее. Если у вас есть, с вашим все будет работать нормально. Прежде чем делать замену Apple ID, зайдите, пожалуйста, вот я сейчас на своем буду смотреть. Так, настройки, потом заходим в учетную запись, получается, и подписки. Долговато обычно заходит. Здесь у вас будет список подписок, на которые вы подписаны и которые ежемесячно там или раз в году у вас происходит оплата. Вы должны от них, от всех отказаться. Это в первую очередь, чтобы сменить Apple ID, потому что без этого у вас он не сменится. После того, как вы отказались, вы заходите в медиаматериалы и покупки, посмотреть. И вот Land Region. У вас, скорее всего, еще будет писаться на русском. Здесь вы выберете, короче, Deutschland. Все. После того, как вы выбрали Deutschland, вы заходите опять сюда и делаете выйти. Потом заново нажимаете зайти. В общем-то, после того, как вы вышли из аккаунта и заново в него вошли, вы теперь уже можете заходить в свой App Store и скачивать приложение FreeNetFun. И в нем там пошаговая инструкция, в принципе, несложная. Можете выбрать даже номер, не тот, который там вам
представляется, а там в поиске можно набрать какие-нибудь 3 цифры или 4, которые вам интересны, чтобы были в вашем номере, и он выдаст, есть такие номера или нет. А вот если что-то непонятно, я объяснил. В принципе, по смене аккаунта, я имею в виду, в принципе, вы можете войти в Google, набрать смена региона, и там все прям подробненько расписано. Самое главное — это отказаться от тех покупок, которые у вас есть. Это там прям Apple Music, там Яндекс Music. Вот у меня, например, стоял Google Диск, стоял от них, я отказался. Ну, сейчас заново просто можно переподписаться на них и все. После смены уже аккаунта. Если что-то непонятно, можете писать в комментариях. Я постараюсь ответить более подробно. Просто сейчас не сразу все вспоминаешь. Видео спонтанно решил написать. Вот. Потестировал карточку, вот этот Freenet Funk. По скорости тест, вот спид-тест, показал он мне 40 мегабит в секунду. Достаточно хорошая скорость, я могу ее раздавать интернет. Так что все работает. Все, ребят, такое короткое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.